И представляем вам первый полуфинал четверки по рукопашному бою в легком весе. Итак, дамы и господа, приглашаю в ринг рефери этого боя. Встречайте, судья высшей категории Лев Морозов. Итак, дамы и господа, в красный угол ринга приглашается боец из Москвы. Приветствуйте, Артем Аксенов! В синий угол. Добро пожаловать, боец из Красногорска. Встречайте, Ренат Улыкин. Дамы и господа, представляю вам соперников и первым бойца в красном углу ринга. Ему 23 года, рост 173 сантиметра, вес 70 килограммов. Мастер спорта по рукопашному бою. Кандидат мастера спорта по кикбоксингу. Призер Кубка мира по кикбоксингу 2011. Призер чемпионата России по рукопашному бою 2010. Представляющий клуб «Самбо 70» из Москвы Артем Аксенов. И его соперник в синем углу ринга. Ему 22 года, рост 176 сантиметров, вес 69 килограммов. Мастер спорта по рукопашному бою. Кандидат мастера спорта по кёкюсинкай карате. Пятикратный чемпион России по рукопашному бою. Чемпион Европы по рукопашному бою 2011. И спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Красногорск. Ренат Улыкин. И рефери дает заключительный инструктаж. Итак, первый полуфинал.
Итак, дамы и господа, рефери Лев Морозов остановил поединок через минуту и 40 секунд первого раунда. Борьбы приемом на руку, одержал победу и вышел в финал четверки Ренат Бузыкин! Ваши аплодисменты, дамы и господа, как болеют в Красногорске за своих земляков! Спасибо!